Время 7:34. Я поехала в Китай. Сам себе путешественник. Вот такой у нас автобус зелененький. Внутри тоже все красиво, прекрасно, тепло, пахнет вкусно. Идет посадка. В прошлый раз все цветы сдохли. Сейчас что, посадили или искусственных натыкали? Ну-ка. Нет, живые. Живые. Красиво. 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 Здравствуйте, да. Прелесть. Вот прошла группа китайцев. Мужчина мне говорит: красиво, вам нравится? Говорю: да, так хорошо по-русски. Нарушать ритуал. Пойду за своей сосисочкой. Пойдем за сосисочками. За дайте, пожалуйста, еще одну. Здравствуйте. Здравствуйте. Еще одну. Еще хочу, ага. Маленькую. Мою любимую сосиску. Вот она. Магазин Фата Мебель. Вот здесь ЮУ тоже торговый центр, там тоже оптом можно взять. Вот он. Ну а Маньчжурия уже знаете вот. Некоторые там не знают, первый раз спрашивали, где это. Будете жить прямо напротив Маньчжурия, торговый центр. Самый нормальный. Рынок был раньше, да? Ну, он шел и дальше. Там давно его уже там уже нету. Там просто площадь. Все, приехали мы. Все, пойдем. Вон Саша, вон Саша. Алина Ивановна, вон Саша. Саша тоже пойдет. Да, ты Сашу ищешь, я думала... Мы в гостинице бабы Жени. Вот такая вот она. Потом сниму. Ох ты, как ковры! 602-й.
603, наш в углу. Мы в угол идем с вами. Такой, а где? Вот такой номер, заходим. Трехместный номер, столики красивые. Ох ты, как красиво-то! Да, девочки. Обалдеть! Ну, у нас такая широкая кровать. У нас какая красота-то! Чё, коридор, туда поставить? Сюда, сюда. Чё, пойдёшь с нами? А куда мы смотрим здесь? Куда у нас тут выход? Смотрим туда на площадь. А окошко мы что, как будем открывается у нас проветриваться-то, нет? Вот такие кровати с детскими наволочками. Ой, тут камера какая-то у нас, смотрите. Так, девочки, одно, это что, мыло одно? Или что это? Да. Тут, видимо, зубная щетка, наверное. Одно мыло. Три стакана, три кружки, три воды. Бесплатных, скорее всего. Сказала, что нет телевизора. Вон он у нас вылазит с потолка. Обалдеть. Волшебство. Есть, так. Фен есть. О, так, ищем канал. Блять, солнце со всех. Двух мест стучит. Вот такие заходите. Здесь раковина, есть стаканчики, все прибамбасы. Сразу вот шкаф для раздевания. Здесь небольшая, такая, но уютная ванная с туалетом. Раковина. Вот две кровати, окно и здесь настоящий телевизор. И очень хороший рабочий стол, большой. Если вам надо поработать, вот. Здесь Бабе Жене есть тапочки одноразовые, которых сейчас нигде русским не дают. Вот Wi-Fi. Сейчас попробую подключить, работает, нет. Вот мы поселились в гостиницу Баба Женя, которая между 3-й и 4-й улицей. Недалеко от Маньчжурии. Сейчас идем менять деньги. Вот она, я хочу показать. Догонять его, они пошли менять. Вот так заходите. Такая красота. Здравствуйте. Вот так вот у нее здесь. Диванчик, можете отдохнуть. Стеночки. И ресепшн. Сегодня с какой-то толпой собрались. Сейчас пойдем толпой обедать или ужинать, не знаю. Сейчас денежки поменяемся и рванем. Здравствуй, Маньчжурия. Я была у тебя полтора месяца. Девочки, туда менять денежки, заменять. Пойдемте. Вот это одна. С той стороны девочки есть аптека Лиля. У нее можно и препараты на ней обманывать. И цена нормальная, но только торговаться. И даже сбоку, да, с торца. Да. Вот там дальше по улице. И в эту сторону. Там китайский рынок. Там шашлыки можно поесть по одному юаню. И фрукты, овощи сюда. У меня это сюда. Таня, здрасте. Вот все менять будут. Привет, пришли менять мы все. Сколько сейчас? Надо спросить. Ой, какая прелесть. Надо завтра посмотреть. Ой, какая кошечка. Сколько она стоит? Эту-то я купила перед праздником. А сколько это? Ой, дорогая, Павел, какая. А, это комплект? Да, еще бадуш. Еще отухи. А вот это что? А вот это что? Там. Там, а я подарю. Давай. О. Моргает, да? Свет. Да, свет, свет. Пришли в Андрей ресторан. Он после ремонта, по-моему, открылся. Сейчас мы узнаем.
Здравствуйте. Лена, здрасте. Вы открылись, да? Куда? Нас же много. Здрасте. Сделали ремонт. Что, войдем? Ты салат заказала? Так вот меню не изменилось. Танюш, рыбу заказала? Да, да. Все. Вот смотрите, не надо нам картошку. Вот такие здесь цены. Цены не изменились. Нет, цены нормальные. Лена, цены не изменились, все то же самое? Или изменились? Нет? Все то же самое, да? После ремонта. Так, а мидии хотите? Мидии. Нет. Хотите? Ну все, они будут. Очень. Бульоны, супы. Танечка, листай моя рыбка. Ну давайте еще. Давайте мидии. Что там еще, Таня, ну-ка. Так, здесь вот отбивные, котлетки, пекинская утка, но ее лучше брать не здесь. Курица в шухарях, курица грибы в сметане. Шеф-повара очень вкусные, между прочим. Вот это очень вкусное мы заказали. А потом я вам покажу стол. Ну и все. Вот принесли нам, начали подносить, принесли нам рис. Салат какой? Калинан какой? Салат с языком. Вот еще. А вон там-то. Вон там. И принесли нам вот китайский салат. А еще, между прочим, мы пьем пиво. Все готовится, блюдо новое. Вкуснятина. Вот эти все новые блюда, это проходят съемки для нового меню. Но меню не для иностранцев, а для туристов. Это нам принесли. Нет, в смысле, чтобы положить. Саша, принесли нам рыбу. Как скромный повар. Это баклажаны в чем? В сухарях. Фруктовый салат. Жили толпой объесться. У нас... Вот оно, мое любимое! Вот оно пришло! Мое мясо по-пекински! Наконец-то оно пришло сюда! Что же такое-то? Для китайского меню. Наелись, как всегда. Все, пока, 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 моя. Спасибо. А я всегда. Хорошо. Уже продается клубника. Очень красивый. Очень красивый. Очень вкусный, конечно. Да. Мама, сегодня надо. Нет, а какая же цена у клубники? Сегодня кушаю. Сколько цена? 20 килограмм. А черника? Тоже одинаково. Это не черника. А что это? Это тутовник.